По официальным данным Росстата, за период с 30 июля по 5 августа 2019 года зафиксирован небольшой рост цен на продукты из списка потребительской корзины. В начале августа стоимость куриных яиц выросла на 1,5%, пшена на 1,2%, баранины и риса на 0,4%, а сливочного масла на 0,3%. Прошло снижение на колбасу вареную, на сахар продолжается снижение на 2,18%. Снизились цены на карамель, ну и картофель также продолжает снижаться, лук репчатый, морковь, помидоры –